добрый день. Сегодня у нас на распаковке кабель Ugreen. Причем не обычный кабель, а USB DisplayPort. Понадобился мне вот такой кабель для максимального разрешения и также герцовки. Покупался он для мини-ноутбука Chewy, который у вас сейчас представлен слева и продемонстрирован. MiniBook X. У него есть два порта USB-C и один порт он поддерживает. Помимо переноса данных, также и подключение различных дисплеев. Ну и как поняли, что USB-C предназначен для него. Ну а DisplayPort мы посмотрим на одном дисплее, как будет функционировать данный ноутбук MiniBook Chewy MiniBook X. Пришло это все при помощи Казань Экспресс достаточно быстро, в течение недели, максимум до где-то вот в этом промежутке. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Как видим, все прошло в исправном состоянии. Помимо стандартной упаковки серого цвета, внутри находилось вот следующее. Все, вот здесь вот представлены различные характеристики. Можно подключать различные устройства, там телефонные, планшеты и ноутбуки, если они поддерживают соответствующий перенос данных через USB-C, а именно поддержка экрана. Ну и идет на DisplayPort, а он, соответственно, на монитор. На телевизор не пойдет, потому что на телевизорах нет у нас DisplayPort, там только заканчивается HDMI. Хотя такой же вариант есть и для HDMI. Но, кстати, вот мы рассматривали адаптеры, который можно подключать на моем канале, тоже Ugreen. Там 10:1 и 5:1, по-моему, или 6:1, где присутствует разъем HDMI и даже в одном случае VGA-порт. Ну, в данном случае у нас вот представлен кабель. Он у нас 2-метровый. И USB-C и DisplayPort. Ну, здесь основные характеристики, что он поддерживает 32,4 Гбит в секунду, 3D, HDR, динамический диапазон, ну и синхронизация. Разрешение до 8К 60 Гц, ну или кадров в секунду, кому как нравится. Здесь у них идет стандартная пломба. Давайте посмотрим, что у нас внутри располагается. Внутри у нас больше ничего нету. А внутри у нас располагается о том, что у нас перерабатывающие материалы присутствуют. И небольшая инструкция по применению. Ну, здесь словами английский и французский нет. Картинок, увы, нету. И сам кабель. Давайте кабель берем. Вот здесь у нас же есть заглушки пластиковые. Что-то они не достаются. Ну и стандартный разъем, DisplayPort и USB-C. Так, и он у нас 2-метровой длины. Ну и давайте посмотрим, как у нас подключается к мини-буку Chewy MiniBook X. Кстати, вот есть, продаются заглушки хорошие для USB-C разъемов, чтобы у вас ничего не пылилось, не засорялось. В том числе и для мини-джек 3.5. Тоже есть заглушка. Причем разных цветов. Ну, в данном случае, ввиду того, что MiniBook X Chewy у нас серого, то подобрано серого. Ну и так, давайте сейчас посмотрим, как функционирует данный кабель с данным мини-буком. Для этого сейчас создадим некоторую обстановку. И давайте подключать, смотреть. Приступаем. Здесь мы соорудили некоторое действие. Здесь у нас экран 34 дюйма, а именно монитор. Ну и всем известный MiniBook Chewy X, который... А именно ноутбук и планшет один в одном. И у этого Chewy MiniBook X есть USB-C. Вот у нас кабель Ugreen USB-C на DisplayPort. Сейчас вы его увидите. Так, давайте мы его подключим. На горячую, конечно, подключать нехорошо, но все же. Итак, вот мы увидели DisplayPort подключен. Вот, кто не верит. Ну и разрешение тоже можете увидеть. Вот подключен DisplayPort. Свободно здесь можно работать. Давайте мы еще откроем не только меню самого монитора, но и параметры системы, а именно дисплей. Вот у нас второй дисплей сейчас активный. К
масштаб 100, разрешение 3440 на 1440, есть и HDR, поддерживает монитор там 400 HDR и поддерживает он до герцовку до 165 герц. Но ввиду того, что здесь у нас карточка это Intel Iris Xe начального уровня, то здесь максимум будет 100 герц, что вы и видели. Ну и вот здесь вот тоже вот продемонстрирую разрешение 3440 на 1440. Ну тут 4 девятки после 2 девяток запятая, ну по сути 100 герц. HDR включен и показана динамическая яркость данного дисплея, который при помощи кабеля Ugreen USB-C DisplayPort демонстрирует возможности данного ноутбука планшета Chewy Mini Book X. То, что возможно в последующем выполнять на большом экране какие-то чертежные работы, там, например, в каких-нибудь CAD-системах и так далее, для удобства применения, потому что экранчик маленький у данного ноутбука планшета Chewy Mini Book X. Поэтому лучше всего, когда у вас есть сторонний дисплей, благодаря которому вы можете работать в тех редакторах, которые требуют достаточно хорошее разрешение, ну и изображение, имеется в виду по количеству дюймов. Вот такой вот у нас кабель USB-C, DisplayPort и Ugreen. Да, кстати, был у меня на канале хабы тоже от Ugreen, тоже можно вывести на этот монитор, но, увы, там будем ограничены в герцовке, там будет 30 Гц у одного варианта, и у второго варианта это будет 60 Гц. Ну и так то же самое разрешение 3440 на 1440. Как бы есть варианты выбора, что вам необходимо, либо кабели, либо хабы. Ну хабы там еще есть дополнительно, можно подключить оборудование. Здесь только подключаете непосредственно сам дисплей порт например, и еще для просмотра каких-то фильмов. Я вам продемонстрировал кабель Ugreen USB-C на DisplayPort, который поддерживает разрешение до 8К 60 Гц, если у вас есть соответствующее устройство, как передающие, так и получающие и показывающие по этим характеристикам. Также поддерживает HDR, динамический диапазон, 3D поддерживает, ну и различные видеорежимы. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию, выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.